John However, goddamn. Yo, what's up, чуваки, с вами Johnny However, и сейчас мы посмотрим трек Дрейка Love Now, Cry Motherfucking Later. С Лил Дёрком. Я трек послушал, не буду врать, но клип еще не видел. Дайте мне знать, кстати, я не знаю, тут можно голосовать, если можно, то проголосуйте, если нельзя, напишите в комментариях, что вы больше хотите видеть, обзоры на зарубежную музыку, либо на русских рэперов. You feel me? Йоу, чуваки, перед тем, как продолжить, зацените сегодняшние рекламные треки. Check it out, my boy. Он сияет, будто часть моей жизни, от него душа болит, и не замечу, когда снова убегу от них. Она трясет, мне грустно видеть, что ты спишь. Но я летаю там, где ты не дышишь. Прямо сейчас подо мной Париж. Да я, наверное, где-то потерялся в этих мыслях. Я бегу по улицам, где кроссовки повисли. Йоу, обязательно пишите, что вы думаете по поводу трека в комментариях. А также, если вам понравился, ребят, обязательно заходите и поддерживайте. Ссылочку я, как всегда, оставляю в описании. В прикрепе комментариев у пацанов дропнулся альбомчик. Поэтому им нужна ваша поддержка в фильме. Заходите и поддерживайте. Let's get it. Буду есть морскую капусту сейчас. You feel me? Я, кстати, не знаю, я достаточно голодный сейчас. Блядь, меня может затошнить сейчас, если я буду ее есть. Фу, она какая-то не такая. Я тестирую камеру, не факт, что я на этих обзорах буду эту камеру использовать, но если мне картинка понравится, то that's what's up. Окей, давайте смотреть, чувачки. Надеюсь, у вас есть снеки. Надеюсь, у вас есть хорошее настроение, либо оно сейчас появится. Окей, все, ладно. Ёпта, это что такое? Это новый Мерседес, который еще вообще не вышел? Или что это? What the fuck? Кстати, может я пропустил? What the fuck? Я видел концепт, по-моему, кар. Типа, это концепт кар все еще, да? Жесть. Я съел половинку, она съела целую. Девочка, осторожно, типа, притормози. Типа, делает отсылочку на свой трек. I took half a Zen, типа, половинку Zen съел. Может быть, это не Zen, может быть, они что-то пожестче пробовали. You feel me? Baby. Baby. We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost. Бля, представляете, он все равно выходит в спортивном костюме из этого мерса. Чуваки, вот. Бля, как мне нравится, как Дрейк выглядит, как мне нравится, как он себя подает. Что это за кроссовки, кстати, я не знаю. Или я не понял, но знаю. Какой он свеженький всегда. За это пропс ту Дрейк. Чуваки. Он будет делать акцент на вот этом baby. Весь клип, что ли? Если у меня во рту будет зеленое дерьмо, чуваки, сори. What? Бля, KD здесь, окей? Лучше бы поиграл в баскетбол, бро, чем сниматься в клипах. Ладно, сори. Он его просто сейчас... Почему Дрейк здесь делает из себя какого-то мальчика для избиения? Shawty come sit on my lap, hey. They saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store. This isn't a closable gap. I see some niggas attack and don't end up making it back. I know that. Да, что это за киска? Просто какая-то девчонка? Окей. And don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. Только не говорите мне, что это Адель Бекхэм. Я просто знаю, что он в американском футболе с ним дружит. Бля, только что был KD, теперь будет американский футбол. Адель Бекхэм. Вау, чуваки. What the fuck, Дрейк? Бля, я не понимаю, почему он из себя делает какого-то грустного чувачка, нахуй. Посмотрите, как фреш он выбрит всегда. She. Baby. Baby. Он типа поймал мяч, как Адель Бекхэм. Знаете, вот этот знаменитый, Зенит его кетч. Бейсбол? Бля, ну в бейсболе я особо не шарю. Может быть, сейчас опять какой-то появится звездный чувак. Вот эти костюмы старые, типа old school, раньше NBA наряжались такие костюмы. Это прикольные отсылки. Raptors, кепочка, потому что Дрейк из Торонто. Chicago Bulls, потому что Lil Durk из Чикаго. I'm in the trenches, relax. Can you not pedal a boy in the club, cause we do not listen to rest.
А, бля, мне нравится, как тут Дрейк стоит. Лил Дёрг говорит, можешь не включать этого маленького мальчика в клубе, потому что мы не слушаем крыс, нахуй. Наверное, отсылочка на 6ix9ine. А Лил Дёрг, кстати, точно из Чикаго? Я не шарю, может быть, он из Атланты? Он сейчас про Атланту сказал. Ну, наверное, из Чикаго, если кепку держит. А, я как да бэби, если... Я не только рэпер, если ты будешь со мной играться, ты получишь, типа, стретч, типа. Ну, типа, тебя разомну пулями. Да бэби же убил чувака, когда он на него напал. Короче, я вообще весь клип объясняю, чуваки, да? Давайте отдадим должное, насколько... качественный клип, насколько много локаций, насколько красиво все снято, дэм. Я не ожидал, что будет такой клевый клип. И никогда не помешает Night Vision немножечко, да, добавить в клип. Лил Дёрг говорит, что он привез Дрейка на район и окружил Дрейка драками, типа пистолетами. Ну типа, Дрейк приехал к нему на райончик, и он типа для защиты вокруг него поставил кучу пацанов с пистолетами. Я это сказал просто потому, что интересная, типа... фраза. Bring Drake to the hood, surround Drake around Drax. Мне нравится вот это вот, как они сделали по олдскульному. О, это Маршан Линч? Или как-то так его зовут, по-моему. The fuck off the block, йоу, это охуевший клип. Шикарный пуховичок, курточка, да? Сердечками, это вообще женская может вещь? Какой клип клёвый. Закупились, what the fuck, нахуй? Дрейк балует свою малышку, feel me? Baby, we took a trip across town. Йо, это новый Maybach, чуваки. Пиздец. Это очень сильно, это Damn. Я еще все здесь, мои пацаны все еще сыты, и мой бэкьярд, типа задний дворик на моем дворе, на моем доме, выглядит так, как будто это этот. Как по-русски-то это сказать, господи. Сад Эдема, короче, типа, поняли? Окей, Дрейк. Воркаутик. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. What are you doing? What? Wait. Yo, you straight? Yeah, I'm good. We literally on there, like me, Odell, we got... Бля, я тоже просто не понимаю, что он плачет. It's just been, it's been a long fight. It's been a long fight, and I just had to have a warrior spirit, and that's all. So I'm just... Don't start that. No, I'm good. I'm just regrouping. I'm just regrouping. You sure? Good. You got a tissue? No. Why would... Okay. Yo, it's... Bro. Okay. Let's get the... Он от Дрейка в шоке, ебать, что ты плачешь, бро? I took a half, and she took the whole thing, slow down. Baby. Бля, я угораю. Это клёво. Ой, там KD сказал, baby. Бля, красавца. Йоу, обалденный клип, я не буду врать, чуваки. Дрейк, возможно, здесь весь трек, кстати, говорит, диссит Kanye West. И вот тут самый прикольный момент про гэп, он где-то сказал. Вот, дистанция между нами, это не как магазин. Та дистанция, которую никогда, типа, не сократить. Которую никогда, ну, в общем, вот тут Дрейк, тут Kanye West, они не дружат. И, типа, вот эту дистанцию никогда... Она не closable, не закрывается. Я не знаю, как по-русски это сказать, мой гад. Вот, но при этом гэп, Kanye West же с гэпом, у него какой-то там контракт, типа, вот. И, типа, это, возможно, выстрел Kanye West. Окей, чуваки, на самом деле, пофиг мне на это. Трек сам по себе офигенный. Дрейк, красавчик, Лил Дёрг, мне тоже понравился парт. Напишите мне, что вы думаете по поводу этого трека в комментариях. С вами был Джон, however. Слушайте грамотную музыку, качайте и раскачивайте. Пау, бич.
Yeah.